Здравствуйте, Андрис. Это видео про ваш хвостовичок КПАН. Вот он, ваш хвостовик. Я его расточил, чтобы он входил в камеру очень хорошо, потому что новые хвостовики, они все сделаны с советскими допусками для советских камер. Поэтому для камер Nikon их приходится немножко растачивать. И потом следы расточки на внутренней стороне лепестков я закрашиваю краской. Смотрите, берем переходник, совмещаем красную точку на переходнике и средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Очень аккуратно немножко поджимаем внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания. Камера у вас сразу будет показывать диафрагму 3,5. Диафрагмы меняются, я запрограммировал от 3,5 до 22 и фокусное расстояние 135 мм. Вот смотрите, вот переходничок без расточки. То есть вот как они приходят со склада. И вот смотрите, вот он без одуванчика. С очень большим усилием встает в камеру. Это еще моя камера. Она уже имеет разработанный многими сотнями переходников байонет. А на вашей камере это переходник без расточки. Вообще мог бы не войти, а если на него наклеить одуванчик, то одуванчик бы сразу сломался. Вот, также очень аккуратно закрывайте, открывайте крышку. Вот, против часовой стрелки закрываем, по часовой стрелочке аккуратно открываем. То есть сначала вы научитесь вставлять переходник в камеру, чтобы не сломать одуванчик. А потом сверху уже накрутите на него ваш Юпитер 37А. Также я вам вышлю комфортный алгоритм при работе с одуванчиком на данном виде объектива. Сейчас я упакую ваш хвостовичок, и завтра он поедет к вам. Спасибо за внимание.